Друзья, всем ассаламу алейкум и приветствую всех на моем канале Гаджи Гаджи. Сегодня такой необычный выпуск. Тормози-то, дай начало сделать. Сегодня у нас на канале такой необычный выпуск. Это будет выпуск такси, но не на одной машине. Это будет вот Mercedes заряженный аппарат. Я не буду говорить вам, какой там объем, 6,3, 5,5, я не буду вам говорить. Ну, аппарат заряженный. В данный момент ее самый большой минус — это летняя резина, а на улице, как вы видите, гололед. А вторая машина будет — это BMW, самая последняя пятерка, F90, да, братан? А третья тачка останется под секретом. Краткий обзор дам по этой тачке. Точнее, хозяин вам даст. Роман, сможет я в кадр? Лучше ты говори. Короче, он не хочет, что поделать. Идем. Это у нас бампер, это фара, это колесо. Дальше. Это у нас Мирза перекопщик. Да, вот он. Это заводские или 6.3? Заводские. Заводские. Тут самое прикольное, друзья, это выхлоп попкорн. Хоть объем, признаюсь вам, маленький, но выхлоп тут очень такой. Очень громко. Камера никогда в жизни не передаст эти, ну, звуки. Морик, может, открытие сделаешь? Просто с BMW. Идем сюда, Морик, идем, брат. Это наш Морик, брат, салам алейкум. Алейкум ассалам. Топовый блогер. Короче, известен тем, что разбивает тачки. Не всегда, выруливаю. Переворачивает там, разворачивает там, кого-то сбивает, убивает, короче, ну... Вот недавно взял 34-ку, как у меня. Добро пожаловать в наш клуб BMW-шников. Давай пару пятаков сделаем и мы начнем, брат. Давай. Пацаны, салам алейкум. Идите сфоткайтесь хотя бы. Как? Не знаешь, да, меня? Знаем. Как зовут? Видишь, бля, как зовут? Друг. Если имя не говоришь, то я не фоткаюсь. Не знаю. Так, ты. Я тоже не знаю. Так, ты. Не помню. Новый выпуск, короче, скоро. Хорошо. Все, давай, счастливо. От души, давай, на связь. Да! Ой-ой-ой-ой! Во-во-во! О, там человек не сбит! Ну как же без нашей? Старый добрый эконом! Я видел то-то, оставлю след после тебя и кинул просто так слова. Я видел то-то, оставлю след после тебя и кинул просто так слова. Подожди. Останавливайся. Пожаловались и сразу подъехали, приняли. Там холодно, выходим, общаемся, заходим. Выходим, общаемся, заходим. Он-то жидкий, там в машине сидит, с машиной общается. Мент? Ой. Нет, это... Да. Короче... Что да? Короче, ребят, сейчас уже темнее. Так копались, короче, не по-детски. Давайте, друзья, просто пообщаемся. С кем ты общаешься? А? Ты с кем общаешься? С подписчиками. Я, знаешь, как люблю с ними так общаться просто. Постоянные разговоры по душам у нас. Пока еще мы стоим тут, я отвечу на самые часто задаваемые вопросы. BMW проект. Почему так долго? Вопрос финансов. Очень много вложений, поэтому стоит. Второй вопрос. Зарабатываешь ли ты с Ютуба? За все время
владения моего ютуба Гаджи Гаджи, моего канала, я заработал 0. Реально, ну, ну именно, если считаю по просмотрам, 0 рублей. Элементарно, недавно статья вышла в интернете, я вот сюда закреплю ее. То, что за все время Гаджи Гаджи вытащил с ютуба 16 миллионов рублей. Сейчас объясню, почему я не заработал ни рубля. Вот статьи там, тут миллионер, миллиардер. У меня сейчас на кармане 4000 рублей. Что вы хотите? Короче, ребят, объясняю. На каждом видео у меня по 4, по 5 жалоб. На каждом видео. Короче, ребят, вот мой YouTube канал. Монетизация. Недоступна. Жалоба, недоступна. Жалоба, недоступна. Жалоба. И так на всех роликах. Все деньги с монетизации, заработанных денег, идут авторам этих песен. Ко мне не идет ни рубля, ни рубля. Я не увидел со дня создания моего канала с просмотра ни рубля. Я мог ставить песни, вот эти тирин-тирин-тирин-тирин. Они мне вообще не вставляют, они мне не нравятся. Я лучше сделаю качественный контент и поставлю топовый трек. Ну, Мияги, например. Или Мияги. Ну, или Энди Панду. Или Эндшпиль. Ну, вы поняли, ребят. Надеюсь, я ответил на этот вопрос. И больше не будет каких-то фейковых статей в Инстаграме. Там тут гулять то, что я якобы миллионер. Кач продолжается. Дальше, какой вопрос? Проблема с сотрудниками. Это, ну, самая частая проблема. Самая частая проблема. Наверняка все вы видели выпуск с Приорой, где меня лишили, прав? Не, эту тему я не буду понимать. Короче, ребят, ждем, если сегодня успеем, снимем сегодня, если нет, то уже завтра. Наверное, вам надоело эта вся болтовня, скоро начнем, ребят, не переключайтесь, пожалуйста. Мне знаешь, как иногда вся эта ситуация чего напоминает? Фрагмент из фильма «Такси». Ему говорят, этому главному герою: «Эй, вас же лишат прав, короче». Не волнуйтесь, месье, у меня их нет. На! Двоих убрал, еще одного. Че, хулиган из-за тебя досы? Че, я просто... Аккуратно. Просто, да. Она, говорит, не бандитка, она хулиганка. Аллилуйя, друзья, спустя 3 часа кат закончился. И мы трогаем. Пару слов туда сюда сделай, да? Если он сегодня машину ударит, ролик, я думаю, залетит. И выпуск будет называться «Разбили в Total E34 на съемке такси эконом». А ну! Здравствуйте! Такси не нужно вам? Эконом. 50 рублей по городу. В любую точку. Не нужно, да? Я здесь, если что. Такси, девушка. Нет, я на своей. Какая у вас? Хорошая. Хорошая? У меня тоже неплохая, синяя. Посмотрите, пожалуйста. Нормально? Девушки такси. Эконом. 50 рублей. А дорого? Да ладно, бесплатно. Такси, такси. Такси не нужно, да? Не нужно, брат? 50 рублей. По городу, любую точку. Да, да, брат. Надо согреться. Такси, такси не нужно, да? Такси. 50 рублей по городу. В любую точку. У нас эконом. 50 рублей в любую точку. Девушка, там такси, кажется, нужно. Вам холодно? Нет. Не нужно? Не холодно? Нет. Мне саму холодно. Как вам не холодно в этом шубе? Хотя это шуба, что, извиняюсь. Девушка, такси. Эконом. 50 рублей. 40. С нами дровка. Тут уже лютый холод. Клиентов уже в течение часа. Ну, блин, я не знаю, чего они боятся. Из-за бункера? Не думаю. Ребят, давайте продолжим завтра. Сейчас мы переместимся на следующий день. Друзья, сегодня второй день наших съемок. Локация галерея, улица Красная. Ну, центр города, да. Проблемы будут с клиентами, так как нам не оформили машину. В Краснодаре чуть трудно с этим. Махачкале легко. Хорошо, привет, ты как? Ты опять снимаешь? Да, ты молодец, чё? Молодец, красавчик. Все, давай, на связь. Обязательно. Кто помнит, это была клиентка
тоже в Краснодаре снимали такси на C63. Тут 700 лошадей. Аппарат. Аппарат, да. И делай, эти люди сзади, люди сзади. Не делай, не делай. Он что, камень же кинул? У меня голос. Что с моим голосом? У меня голос. Такси не нужно, брат, тебе такси? Так, такси не вызвали? Благодарю вас. Любая точка. Нет, благодарю вас. Вам счастливо. И вам. Не болейте. Ну нету никого, не знаю. А вот. Стой. Такси не ты вызвал? Эконом, вот. Точно? Давай беги. Стой, такси не ты вызвал? А ты такси не вызвал? 40 рублей по городу в любую точку. Реально, просто вам куда? Да мы до пиццы идем. Давайте я тогда отвезу. За сколько? 50 рублей, да. За всех? Ну да. Можно. Короче, ну поехали. Перевод можно, сигарет только выбрать. Все, поехали. Вы серьезно? На, серьезно. С той стороны, это с этой стороны, да. Короче, Додо пицца, говоришь, да? Да. Я сколько говорил, забыл вообще? Полтос. 500? Нет, полтос. Я 500 имел в виду. Прямо, да? В машинах разбираетесь вообще? Ну так, 50-50. Если сказать, что за модель, поездка бесплатная. Вот здесь? Да, вот, да. Все, это 500 рублей переведи, хватит. Номер. 8-9-8. Не, G63. Не, брат, не угадал. Ладно, Саврова, шли вам, давай удачи. Да. Благодарю. Давайте, ребят, берегите. Дачу вперед дам, а сзади это фигня. Хотите лучше вперед. Уехали, брат. И Семен такой, ой, об этом и подумали. Блин. Все, давай, аккуратно. Посади курить. Хорошо. Ой, спасибо. Пожалуйста. Так, сейчас будем искать клиентов. Такси не нужно, такси. Я же вот подъехал. Вы заказывали у меня? Нет. Нет? Вы же мне за столько не отвезете. Давай, отвезу. За сколько? За 120, за 40. Да, блин, за 50. У меня эконом. Да? Да. Поехали. Раз. За 50. Все, я отменила свою поездку. Да, конечно. А нам куда, кстати, собственно? На Сарабеево. Героя Сарабеева 5/4. Где панорама? Все, не за 50. Что это за такси? Такое новое какое-то? Не, это эконом. Я не знаю, что это. Это так называется? Эконом, да. Прикольно. А что, не похоже, что ли? Что? На эконом. Нет. Извините. Я только поела. Да. За химчистку салона платить не буду. Вы так всех себе пассажиров берете? Это вы меня вызвали? Да нет. Просто... Что у вас тут Мерседес, тут БМВ? Где? Вы еще не определились? БМВ это как жена моя. Это, а, блядь, это любовница. Любовница, да. А, ну ладно. БМВ жена моя. Ну да, БМВ это родная. А вы откуда? Я отсюда. Ну, в смысле, ну, ты же из Краснодара, я из Краснодара, а ты откуда? Не, вот здесь рядом тоже. И родился в Краснодаре? Нет. А где родился? Я вот тут недалеко. Я говорю, типа, говорю, я еду на Мерседесе, она говорит, на маршрутке. Дайте я сфоткаю, что она не видит, она думает, что я на маршрутке еду. Давай. Если так, что это моя рука, это я. Пишет, Ляша за мужчина. Слушай, я обычный таксист. Чего, смотри, не тормозят за тренировку? Тормозят, я просто не останавливаюсь. Ну, можете, в принципе, можете вот там до конца дома остановить. Там просто нет проезда. Ага. Да, вот подъезд сразу. Там же уже забор. Все, сколько там? 120. 1200. Это как бы... 10-200. Что?
А, перевод? Да. Ну что? Ну, говори. 8 928 1010. Ложи эконом. Нет, 1010 назад. Да, конечно. Не, серьезно, 1200 перевод делать и все. С чего вдруг? Просто 1200 рублей. Тогда мне 5200, окей? Зачем? Ну, а зачем вам 1200? Проезд. Мы сколько проехали? Сколько? Много. И? 8 километров. И что дальше? Дальше 1200 рублей поезд и вам до свидания. Еще чего? На этом все. Ну, угораешь, что ли? На, серьезно, ты не верил. Шуточки у вас, конечно. До свидания. До свидания. Спасибо. Аккуратней. Угу. Я сам испугался, сказал, ладно, что не надо. Тут злая была она какая-то. Или мне показалось, друзья. Так, ну что, поехали дальше. Это наш второй клиент был. Такси не вы вызвали? Такси. Ха? Не, брат. Да, сфоткаться можно? Сфоткаться, ну давай, брат. Как дела, братан? Да нормально, у тебя как? Все, на охране. Секундочку, пожалуйста. От души давай. Давай, давай, удачи тебе. Когда выпуск новый? Вот, снимаем, брат. Давай, удачи. Я покатался, ну. А че не покатаешься? Охраняю. Все, брат, в следующий раз. Настигли меня феромоны души. Я нашел ту, которую я заставил жить. Прости, за минуты не с тобой. Да-да, я тот еще парень. Что-то не клюют на Мерс. Вообще чудо не идет. Чтобы вы знали, друзья, по подписчикам Краснодар у меня на втором месте. Так что, Краснодар. Моя тяга в битах, и меня не унять. Но пока я на ногах, буду удивлять. Звезды с небес и до талого вместе. Друзья, как я вам ранее тоже говорил, блин, не знаю, не идет на этой машине, не идет. Уже второй день идут съемки подряд. За целый день мы всего лишь нашли 2 клиента. Я не знаю, в чем проблема. Наверное, ребят, настало время поменять тачку. Переходим на другую тачку. Поиском виновных в другом нарушении занимается краснодарская полиция. Молодой водитель на Мерседесе. Белый круз. Друзья, прошла ровно неделя с последнего кадра нашего выпуска такси «Эконом» на Краснодаре. В данный момент я нахожусь в Махачкале с этим человеком Тимур. Вкратце объясню, друзья, что вообще творил, что было, что и почему я уехал, почему выпуск не доснят. Сейчас будут кадры, где мы исполняем на красной. Поиском виновных в другом нарушении занимается краснодарская полиция. Молодой водитель на Мерседесе устроил гонку с заносами на перекрестке улиц Красная Мира. Машину с торчащим из окна пассажиром несколько раз бросила из стороны в сторону и вынесла навстречу. Но, судя по комментариям оператора, больше всего гонщиков волновало не то, что могут пострадать невиновные, а то, как бы не врезаться в более дорогую иномарку. Там Бентли, брат, там Бентли, брат! Бентли видит, уже отъехал, понял, на встречку. Это заметила администрация, ГАИ, вплоть до мэра города, это дошло до всего Краснодарского округа. Ролик, Иванович, выложен все в сети, там на улице Красной у нас иномарка дрифтовала, и вы приняли, я думаю, исчерпывающий мир. Да, вот покажите, пожалуйста. Правонарушители были задержаны, нарушители вину свою полностью осознали. Ну и впредь сказали, что больше не повторяют. И дали приказ начальнику ГАИ, чтобы нас поймали и по полной, ну поняли, да? Резвана нашего дорогого сразу поймали, просто в тот же день. Как вы были задержаны? Блестяще. Мурика поймали на следующий день. Чего убегал? А чего ты гоняли? Просто я в шоке, как они работают. Осталось найти меня. Что я сделал? Я не говорю, что я там соскакивал или еще что там. У меня денег тоже особо не было, деньги заканчивались. И где-то что-то снимать квартиру, оставаться жильцы не позволяли мне. Уехал в Дагестан, Ризван сказал, братан, просто жди. Я вот это не понимаю, весь Краснодар на уши поставили. А я там слышу, сегодня убили кого-то, изнасиловали, сбили. Это нигде не показывают. А вот это наше просто дрифт по центру Краснодара. Россия один, Краснодарский какой-то телеканал. Как будто там просто теракт какой-то совершили. А то, что убийство, наркотики, изнасилование, коррупция в конце концов.
Просто закрывают глаза. Зачем так это резонансно поднимать? Просто тупо дрифт. Никого не сбили. Никого не убили. Никому помеху не создали. Просто элементарно, если на то пошло. Но все же, вы поняли, да, что я хочу донести? Ради этого случая, ради Резвана в конце до концов, который сидит в обезьяннике по сей день, решил купить машину и выехать на ней. А какая это машина? Сейчас вы увидите. What we do here is go back. Ребят, вы еще помните, что в 2018 году НДС составлял 18%, а в 2020 НДС составляет 20%. Из-за этого автомобильный рынок вырос в цене и в условиях пандемии продолжает расти. И если раньше хорошую машину можно было купить за не самые большие деньги, то сейчас цены очень сильно кусаются. При этом, если вы купили машину за 4 миллиона и выехали с салона, вы сразу теряете 30% ее стоимости. Не очень выгодно, правда? Не так давно я от друзей узнал о компании Synergy. С помощью их крутой программы, которая позволяет сэкономить деньги и приобрести товар за часть ее стоимости. Позволить себе купить хороший автомобиль теперь может каждый. И сэкономить себе до 70% от первоначальной цены. И нет, я не шучу. Уже очень много моих друзей воспользовались компанией Synergy и приобрели себе машину мечты. У меня сейчас на руках энная сумма и машина с правой стороны. Да, вы угадали, это у нас ВАЗ-2101, копейка, легендарная копейка. Подожди, сначала я с тобой расплачусь, 500 рублей на бензин. То, что привез ее сюда. Брат, там ли. Так, все, я купил вон сумма, посчитай. Есть? Есть. Я купил, брат. Да, я продал. Все, от души барга. Подожди, один вопрос. Краснодар я доеду? Доедешь. Обратно? Ну, все, давай. Поехали. На улице ночь, время 8 часов, Резвана отпустили, сейчас мы ему наберем и узнаем, как у него дела. Алло, дайте. Амалейкум. Валейкум, салам. Как тебе на свободе, брат? Свободно. Свободно? Понял. Тоже думаю этот выехать за тобой. Я же говорил, я приеду за тобой, Максим. Я жду тебя. Давай, Резвана, давай. Машина, надеюсь, доедет. Я еду с своим братом Ахмедом. Ахмед. Мой старший брат. Все, выезжаем, ну? Как думаешь, доедет машина? Думаю, иншалла доедет. Иншалла доедет. Поехали, ну? Тимур? Ну, давай. Друзья, вот мы и доехали до Хасаюрта. Ну, может, за руль сядешь, Ахмед? Если ты 3-9 не набьешь, мы нормально не доедем, короче. Пошел. Ну, теперь я должен сделать это. Не, там точно нет. Почти. Пощёчин? Ты на пощёчин 900 выезжаешь. Я всю дорогу зарыл. Тормози, да ты только что зарыл. А кто говорил, что не доедем? Где эти хейты? Пожалуйста. Пожалуйста, ты еще. Все говорили, что не доедем. Поедем, ты еще дальше, до Москвы дальше. Мы дальше. В Москве увидимся. Давай. Поедем домой, поспим. Потом встретим Резвана. Настигли меня феромоны души, я нашел туда. Резван. Короче, он буквально сегодня вышел из обезьянника, так скажем так. Узнали локацию, где он находится. Это мега Адыгея. Сейчас мы подойдем его. Обратно или проганем, не знаю. Где он? Блин.
Как дела, брат? Нормально, ты как? Ты меня сразу узнал? Никто не толкается. С освобождением, брат, тебя. Чё, рассказывай, Даризван, как, чё, где? В прошлый раз не удалось нам снять полноценный выпуск такси. Давай найдем какую-нибудь BMW и снимем такси на BMW. Всё, давай, поехали. Поехали. Да, давай. И сзади тебя находится машина, на которой я приехал. Просто повернись. Не говори, что мы на этой машине уедем. Это что такое? Это все понятно, это зачем поставил? И почему она наверх светит, а не вниз? Меня сейчас ослепят, походу. О, это что такое? Да базара нет, инжектор чистый. Что он сказал? Сигнализация та же есть. Смотри, это же у нас такси эконом выпуск. Ну? Давай не будем превращать его во влог. Ребята, мы едем такси эконом снимать. Тимур занят. Поиском виновных в другом нарушении занимается краснодарская полиция. Молодой водитель на «Мерседесе» устроил гонку с заносами на перекрестке улиц Красная Мира. Машину с торчащим из... Какую психушку? Вы что, угораете, что ли? Всем ассаламу алейкум. Поймали все-таки нашего гаджишку. Все-таки задержали. Сейчас порешаем. Судья может 15 суток дать. Закрой, закрой. Ребята, сейчас его должны повезти на суд. Я нахожусь, где отдел. Вот оттуда должны вывезти. Уже вторые сутки гаджитама, потому что на выходные попали. Задержали субботу вечером. И вот понедельник утром я уже здесь. Сейчас будем ехать на суд, когда они оттуда выедут. А, ребята, вот гаджи выехал. Вот они выехали, мы едем за ним. Ребята, чтобы вы знали, мы сейчас едем на мировой суд. Там должны решить. Да блин! Заткнись, да блин! Так, ребята, здорово! Как ваши дела? Хорошо. Что нового? Скажите, пожалуйста, где здесь мировой суд? Там. Спасибо, родной, давай. Ребята, короче, дали гаджишке 10 суток. Сказали, чтобы я явился через 10 суток. Вот. Это вместе в это же время. Увидимся через 10 суток. Ребята, мы вот спустя 10 дней приехали за гаджишкой в то же место, в то же время. И сейчас должен гаджи выйти. Вот-вот. Вот и он. Вот он. Вот же он. Пойдем вытаскивать его. С выходом. Как тебе там? И поехали нормально, иду похавать. Все, ребята, мы едем. Гаджишка с нами уже, так что не переживайте. Газуем дальше. Спасибо большое этому человеку. Этот человек нам помог очень сильно тоже. От души, брат. От души. От души. Все четко. Не, на самом деле, ты 10 дней чуть подшинул. Сидел я всего лишь 4 дня, друзья, но все же 4 дня были для меня без телефона, без связи. Очень долгими. Подожди, выпуски мы снимали, такси. Ну да, такси тоже прервался. Такси эконом, сейчас BMW будет, да же? Да. Продолжаем. На П что-то долго ставилось. Друзья, как вам, кстати, новая тачка эконом? Мне кажется, что-то пушка же есть. Но не F90, но все же не хуже. Ничем не хуже по дизайну, по салону, по всем параметрам, кроме мощности. У нас так пылесос дома работает.
Подожди, ну. 12-й. А где 12-й? А вон там. Сейчас подъедем. Подъезжайте, на зеленой зоне парковка запрещена. Сейчас подсъемку сделаем. Съемка не согласована. Согласованная. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in. Друзья, с той локации нас что-то прогнали, скажем так. Девушкам такси не нужно, да? Все понял. Короче, давай сделаем так. Если мы сейчас в течение минут 10-20 не найдем здесь клиента, мы продолжим завтра наш выпуск. Позади уже 20-я минута, и никого мы не нашли. Такси не вы вызвали, да? Эконом. Своя? Ну вот, в принципе, такие ответы. Давай тогда завтра днем продолжим. Для вас вот такой вот миг, для меня целая ночка. Перемещаемся на завтра. Пацаны, вам такси не нужно? Нет? Такси не нужно вам? Скажите, да, нужно. Вот это можно? Нужно. А? Вот это можно? Давай, давай. Что делать? Не, за мной выехали. Мы отъезжаем. Да не уедет, оставь. Резван, просто встань и подходи к машине. У нас прав нет. Снимай. Что случилось, командир? Ваше просто. Потеряли в 3 часа. Потеряли, брат, 5 найдем, понял? Как обычно, ну, это традиция у нас, да, и помещали. Ну и чё? Чисто на лайте продолжаем съемки такси. Второй день. Как тебе машина для подсъемок? Не знаю, а как нас... Чё, блядь? Опа! Все, далее. А почему фокусировку так плохо берет? Что случилось? Выключи и подожди, секунд 5 подожди. Только начали эти съемки уже. Подожди, ты хотя бы сказал, что снимай, а то есть носа волосы убирают, но если пинцета руками. Вот сейчас приступили мы к съемкам. Просто как думаете, что могло сейчас помешать? Ты в руках держишь, конечно, мне понятно, что могло помешать. Камера тоже не работает. Просто все идет против этого выпуска. Реально, все произошло. Все, чтобы этот выпуск не снялся, прикинь. Что только не случилось. Я машину купил за этого выпуска, чтобы сюда приехал, взяли звонок. В итоге меня посадили. Внутри какофония нормально, что же взяли? Гажи, зайди в багажник. Когда клиент зайдет, просто отсюда спинку откинешь, выйдешь. Реально, ты сразу не выходи. Ты сигнал дай, как в прошлый раз в гелике. Я тебе команду дам, оттуда вылез, сможешь оттуда повернуться здесь? Сможешь повернуться здесь? Я сейчас разберусь, удобство в квартире, блин. Порядок наведу сейчас. Давай. Вам такси не нужно, девушка? Нет. Все, ладно. Сейчас нам знакомый таксист подкинул заказ. Политехская какая-то, короче. Какой-то политех, короче. О, ничего себе. Вперед можешь сядь. Thanks. Чё, какой адрес? Артиллерийская 166. Мы же Яндекс вызвали, да? Да. А там какая машина указывалась? Не помню, если честно. Здесь так, направо, да? Жвачка. Ты знал, что ли? Да. Знал? Так я понял, когда ты начал кашлять. Знаешь, как я еле как вылез оттуда? Так я слышал, как ты вылез. Ты не постановил? А? Он не постановил? Нет, конечно, клиент заказ. Как ты понял, что там человек? Когда сказал, типа, можешь пересадить, что ли? Ты понял, что он... Ну ладно. Камеру сразу заметил? Да. Вот здесь? Вот здесь высадим. Ладно, братан, давай.
500 рублей, брат. По карте. По карте не налить, налить только. Не имею. А ты не испугался? Нету? Гаджи. Ладно, братан, ничего не нужно, давай, удачи тебе. Давай, братан. Удачи. Блин. Жидкий тип. Не, нормально, пацан, нормально. Но он сразу запалил, когда я сказал, что вперед садись. Он говорит, тогда уже я понял. А он и так видел, брат, если он там сидел. На этот комарик просто, ребят. С ними давай договорись я на такси. Давай. Дай еще же вперед. Стоять, там. Тетя, чего вы так убегаете? Я не кусаюсь. Девушка! Мадемуазель! Да, врежь! Врежь. До сих пор не верю, что его врезал. Хай! Александр, Александр, как дела? Че, будешь бежать? Ты снимаешь, ты снимаешь, как я сюда захожу? В М-пакете? В М-пакете, да. О, идет, кажется. Прям сюда, к машине идет. Вперед, вперед, девушка, вперед, 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 да. Здрасте. А что за чё? Ничего. С таким угаром уже зашли сюда. Да, я всегда на угаре. Буйдёного, да? А провода здесь? Не знаю. Вроде прямо. Это не местная, не отсюда? Ну, отсюда, но я так не понимаю. Чё, такси не работало ни разу? Нет. Нет? Сегодня тариф что-то увеличили в такси. 10 раз. Круто. Сколько там по программе выходило? Не знаю. Сколько? Мне заказали такси. А, вам заказали такси? Ну, да. Сюда прямо нам? Слушай, я буду двигать. Боже, у тебя лицо. Что ты так рожишь? Откуда он появился? Слушай, не хочешь ты? Ты не мог, значит, быстрее выйти? Я не мог, я максимально тихо пытался выйти. Предполагала, что что-то там может быть? Ну да, как бы камера передо мной стоит, это уже что-то говорит. Ты, конечно, зашла и свалила камеру, уже угорать начала, да? Да. Ты не подумал, что это регистратор? Ну нет. Вот, короче. Я же знаю, как выглядит регистратор. Новый регистратор, дорогой. Ты же не знаешь, как выглядят дорогие регистраторы? Как проходят все съемки-то? Знаешь, что такое лаунч старт? Все, вот здесь там. Спасибо большое. Пожалуйста, до давай. Свидания. Заходи, если что. Ты видел ее? Подожди, тихо. Кажется, уже пора. Хотелось бы показать то, что любят смотреть наши зрители. Экшена какого-нибудь, юмора, хахану. Жестокость. Жестокости, да. Жестокости-то нет. Делал все, чтобы снять этот выпуск. Мне кажется, этот выпуск получился очень интересным. Мне кажется, он получился очень интересным. Потому что там есть все. Чего ты так грустно рассказываешь? Там есть и менты, и погони. Кстати, никогда не бывал в трендах, тоже хочется там побывать. Как я слышал, нормально приход подписчиков оттуда идет. Это был выпуск, такси даже трудно его назвать. Это был влог, наверное, больше о нашей жизни. Жизни дагестанских ребят, которые приехали покорять город Краснодар. И не получилось. Ну ничего, ребят, мы еще покажем свое, понял? Спустим. Смотреть на канале Гаджи Гаджи. Всем спасибо за просмотр. До скорого.